Так, финальная карта у нас, да, не грузится женщина, не танцую. Видимо, будет сейчас РМК, ребят. Привет всем, кто только что к нам присоединился. Напоминаю, что это гранд-финал турнира в EU Games Dota 2 Series, который проводится совместно с компанией Gigabyte, призовой фонд которого 10 тысяч рублей. Да, неудачно у нас женщина не загрузилась. И мы ждем РМК. Здесь будет быстро все это дело. Счет в серии 1-1. Мы наблюдаем очень интересное противостояние двух команд, действительно лидеров. Радует то, что это обе команды из Красноярска. Получают они больше всех поинтов на турнире. И будут близки к клан-финалам, ближе всех на данный момент. И что же у нас происходит? Это пока мы не видим, ждем. Надеюсь, быстренько это все решится. Так, ну что ж, пробуем второй раз загрузиться. Снова пока остается женщина, не танцую. И Alt F4, но мы знаем, что Alt F4 загружает сам последний. Видимо, женщина решила последовать его за ним.
пока неудачно, еще 2 минуты. Можно, кстати, поставить на паузу. Не знаю, почему команды в прошлый раз не воспользовались этим, этой функцией. Да, ну, все нормально. Итак, ребят, ну что ж, последний рывок. Выясним, и наконец, кто же сильнее. Слишком поздно. Или команда белочек. Первые баны, естественно, они будут понятны примерно, я думаю. Потому что вторым баном после ОД забанится Enchantress. Не надо брать Шурику, никаких ченов. Ну блин, вот если они оставят чена, то его заберут, соответственно, команда слишком поздно. Мы видим, что они играют с чередованием чена либо энчи. Вот банят, респект бан Свена. Но останется много героев. Вот да, Энчао банится. Ставят, я так думаю, чена. Чена заберут, естественно, слишком поздно. А здесь заберут, скорее всего, Death Profit. Вот что-то в этом ключе будет происходить, я так понимаю. Могут забрать потом следом чена и Зевса. Команды слишком поздно. Последний бан, второй бан, как бы, даже не знаю, кого отправят туда. Кто еще сильно мешал? В принципе, таких героев особо не было. Вот главный Свен, Зевс был. Ну, прям на 99% я уверен, что если сейчас не уберу Death Profit, то она будет вот в этом месте. Возможно, мы увидим опять Бестмастера. Еще, может быть, каких-то таких же персонажей. Очень сильно. Окей, а что это такое было? Я не видел чат, что писали. Гори, хост, ФП зарачили. ФП зарачили, окей. Чистая сила, зарачили ФП. А я тут комментирую, видите. Я-то не видел то, что они там пишут, собственно. Что ж, надеюсь, все будет сейчас быстрее в том же ключе продвигаться. Что там за ФП зарачили, я не понял на самом деле. Давайте пройдемся по профилям, что ли, пока. У Саши Красева все скрыто. У бизнеса 500 примерно побед. Чистой силы мы видели, что 5830 соло рейтинга. Альтов 4 скрыл свой профиль. Мор тоже скрыл. Ладно, начинается у нас уже пики. Ну, давайте сейчас посмотрим. Должны в том же ключе они продвигаться, по сути дела. То есть ОД должен уйти первым. А, Свен. Так, они поменяли. А, вот оно что. Они просто не то начали. Не в том порядке пики. Но все равно банят Свена, да? Команда слишком поздно убирается ОД, но следующим будет уходить Enchantress. В любом случае, от команды белочек. А вот кого забанят вторым? Команда слишком поздно. Вопрос.
Пошло дополнительное время. И это Death Prophet все-таки уходит в бан. Ну тут даже не думая, сразу же банится Enchantress, сбирается Зевс, пикаются те персонажи, которые как бы были в прошлых играх очень результативными. Зевс выиграл первую, вторую игру, кого он был. Забирают сразу же Вайда, команда белочек. И кто же будет вторым? Потому что, ну, я уже предвижу, что будет вторым у команды слишком поздно. Это либо будет какой-то Чен, либо будет Бестмастер. На 99%. Это Queen of Pain. Queen of Pain, сразу Queen of Pain и Void. Void получается на хард, Queen of Pain вот сразу же в мид. Ну, такое себе, потому что Зевс разминает тихобоих героев. Забирает Эр Спирита. Я советую сейчас позаботиться о банах Чена. В первую очередь. И Бестмастера, да. Ну, Сквизи понимает. Опытный капитан также. Прочувствовали они игру уже друг друга. Действительно, по одной игре отбили. Вич Доктор под комбу с куполом, который в прошлом, как бы, в первой игре не очень заходил, потому что купол ставился на саму палку практически. И Шурик на самом деле не очень хорошо на Вич Докторе отыграл баян гирокоптера. И я даже знаю примерно, что сейчас будет пикнуто при парке. Это будет, скорее всего, его любимый Джиггернаут, но нужно забанить Чена. Однозначно, ребята, вам нужно забанить Чена. Да. Все читаемо здесь, в принципе, сейчас. В игре. Единственное, я не прочитал то, что все-таки заберут Эрт Спирита, которого, не знаю, могли забрать Бестмастер своего любимого Айчена, а Эрт Спирита оставить в бан. Но не сделали это. Команда слишком поздно. И нужно забирать Джиггернаута, твоего любимого Джиггернаута. Припарк. Так, я сейчас там пока в группу запостил снова, потому что у нас начался гранд-финал, ребят. Счет по картам 1-1. И мы видим то, что дизраптор для Сквизи, так я думаю, пикается. Либо, может быть, все-таки Шурик на нем будет играть. Но вот Шурик не вписывается, вот как бы обидно это не звучало, в этот состав, потому что он, ну, не саппорт он. Он хорошо играет, хороший игрок, но ему нужно либо мид, либо фарм какой-то брать. Не очень хорошо он на саппортах смотрится, по моему мнению, лично мое. И идет дополнительное время, еще больше минуты, но не спешат с пиком, как мы видим. Ребята, что одна, что другая команда. Действительно, решающая карта. Нужно быть максимально собранными. И это Vengeful Spirit. Vengeful Spirit. Ну, очень интересно. То есть, теперь у нас, ну, осталось из таких еще интересных персонажей. Это, естественно, Лондруид. И сами забирают Спектру. Вот так-то вот. Спектру забирают. Все правильно, наверное, делают сейчас белочки. Не подумал я об этом герое. Потому что отдать Спектру сейчас команде слишком поздно было бы реально ошибкой. Снова Зев Спектра. И сейчас снова пойдет дополнительное время. Не так много его скоро останется. И нужно предпринимать какие-то решения по пику. Команде слишком поздно.
Ну вот он Джиггернаут. Джиггернаут для Саши Красева. То есть Джиггернаут напрашивался либо в один, либо в другой пик. Чат откроем. ГГ отключился от игры, но сейчас вернется. Ну, тут осталось по бану, чтобы можно было посоветовать. Я бы лондруида забанил. На самом деле, вот от греха подальше. Да, банят они, естественно. Дарксира. Но остался еще тот самый Мишка, который может стоять тоже в харде неплохо. 10 seconds remaining. Ждем он последнего бана от команды слишком поздно. И пошло дополнительное время, которое осталось уже менее 50 секунд. Очень долго думают над последним баном, но это должен быть какой-то саппорт. Возможно, стоит забанить какого-то огра, дазла. Ну, любят с хилом очень играть. Белочки. Банится аппарат. Банится аппарат. Остался еще, кстати, Оракл. Ну, не уверен я, что белочки будут брать именно его. Но нет! Это все-таки Оракл. Был забанен аппарат. Все-таки подхил. Да, и вот это лондруид. Вот о чем я говорил. Ну что ж, ребят, давайте посмотрим на последнюю игру сегодняшнего дня, сегодняшней серии, которая шла, в принципе, в течение недели. Матч обещает быть очень интересным. И что у нас? Опять падает трон. Да вы задолбали. Жора не может зайти. Окей. После пикари хост. Что поделаешь? Никак не можем мы начать эту последнюю игру. Очень долго раскачиваемся. Ну, надеюсь, что сейчас все загрузятся, все начнут. Никто не будет вылетать. Гол. Гол. Пошла у нас загрузка. Должны, ребята, все на АПшке быстро пикнуть и начать эту последнюю карту. Женщина, не танцую. Групповой рейтинг. Не палят соло рейтинги, соло у них нормальный, побольше. 100%. Ну что ж, последняя загрузка у двух наших персонажей, так сказать. Альтов-4 стабильно загружается последним. Припарка уже в игре. И, ну, примерно в это время он где-то загружается у нас, да. И игра стартует. Да, на АПшке. Должны быстро сейчас взять своих персонажей, и мы начнем игру. Так, рамочку я убрал, так что все у нас красиво. Не жмут, ребята, Alt-Enter. Ну, еще даже не пикнули последних своих героев. Наверное, забыли, кого же они брали. Ну вот,
Ландруид в харде, сложно его будет гонять, будет он получать свой опыт, денежку, и спектре будет хуже, наверное, фармить, чем Войду на самом деле. Хотя, в принципе, посмотрим. Обе линии, именно легкие, они должны фармить хорошо. Стандартно кто-то у нас вылетает, я так смотрю. Все, не можем мы пока начать. Ну, давайте я начну пока представлять команды. Все, загрузились. За свет будет играть Фрэнс Белочки, Теслайк будет играть на Queen of Pain в миде, Сквизи будет саппортить на Дизрапторе, Шурик будет играть на Оракле в этот раз, ГГ будет играть на Спектре, это припарка, Женщина не танцует, он же Калаксао играет на Фейслес Войде, и у нас за тьму будет последнюю игру вести, играть команда слишком поздно. Получается, у нас Саша Красив на Джиггернауте, Мой Бизнес на Эрспирите, Нечистая Сила, Лондруид, конечно, Мор играет на Зевсе и Альта в 4, Венджефул Спирит. Ну что ж, пожелаем командам удачи и красивой игры. Перетягиваются, посмотрите, выход в смог. В очередной, получается, команда белочек. Смогут ли они кого-то найти там? В этот раз, в прошлый раз им не повезло. Да, вот смог и зайца на второй вышке стандартно. Медведь бежит с вардом. Будет он наверняка ставить его опять сюда. Чекнули ли этот вард белочки? Загружали ли они прошлую игру? Вот в чем вопрос. Эквапа, посмотрите, сразу же Shadow Strike качает. Очень, не знаю, опрометчиво. Может, это мисклик какой-то. Или... Вот могут сейчас найти. Нужно выходить единственным вот таким образом. Да, команда обходит. Еще 30 секунд есть. Сейчас смоки пропадут. Но не нужно квапеть. И первый вот останавливается. Дожидается всех. Нужно забирать какую-то спектру. Ой, спектру говорю. Вингу. Но палят всю контору сейчас. И не получится никого забрать. Сейчас еще на развороте Шурика могут выдать стан, либо сквизи, да, Шурика стопят. Нет, не пойдут. Просто стан разминочный такой. И расходятся снова дружески по руне, да, действительно, вард на том же месте стоит. Так, и миди тоже вард уже поставили, в то время как команда белочек еще только один пока вард стоит. Если второй... Второго я не вижу. Да, вижу, что все-таки у Дизраптора он есть. Теслайк взял. Смотрите, сразу же Magic Wand. И будет стараться Зевса сразу же отгородить от крипов. И посмотрите, сразу фласочку сейчас привозит. Неплохо, Теслайк знает, как стоять с Зевсом, видно, но жалко пропускает крипчика. Вот женщина не танцует, может здесь подзалипнуть. Ну, не так просто. Есть у него щиточек и будет спокойно стоять. Просто мы заметили то, что припарк очень хорошо фармил на Свене. Посмотрим, что у него будет на спектре, как идти. Пока Зевса мы видим то, что очень плохо в миде. Клопа 4-1 по крипстату. Мор пока имеет всего лишь 2 крипа. Ну, пропускает еще слайд крипов, конечно. Нужно ему подсобраться. Еще один очередной крип пропущен. Видимо, подустали все-таки ребята. Но надо включиться. Нужно. Так, женщина не танцует тут. Пытается получить какой-то опыт. Здесь это вот двойной делает бизнес. И внизу мы можем наблюдать то, что медведь до сих пор первого уровня. Чуть-чуть ему не хватает до второго. Саппорты работают хорошо. Решили они по максимуму загнать хардовика. И, ну слушайте, женщина в таком же положении находится. Разменивается по ХП. Вместе с Вингой. Желательно бы женщине сейчас отойти. Ну, заевейдит весь дэмэдж. Можно было, кстати, пойти за Вингой. Не палит вард. Зевс проседает по хпшечке. Так-то нормально. Колду забирает слайк. Нужен ему ботл. Должен был быть у него уже ботл, если бы он нормально бы контролил крипов. Очередной крип пропущен. Сейчас он забирает крипа.
Да, Зевс его догнал, собственно, по крипам, но Зевс уже имеет ботл, отпился и пошел дальше обузить. Есть еще даже сапог. Вот так-то вот. Нечистая сила уходит в лес. Приходит сюда иллюзия дизраптора. И Теслайк напрягает Мора. Ну, выживет он, естественно. Яд на 2 вкачан. Или не выживает. Нет, выживает все-таки. Сейчас нужно отпиться. Стоит взять, наверное, даже не просто ботл, а фласочку. Тем временем получает опыт. У нас воид получит, он свой третий уровень. А медведь вообще полностью, да, уходит в лес. И оставляет спектру на фрифарме абсолютно. Ну, тоже что-то какие-то проблемы с Динаем при парке. Неужели тоже и он устал? Вот с Джиггернаутом идут они вровень по крипстату, в принципе, да? Но... Так, Зевс у нас решил все-таки уйти на базу. Уйти на базу. А, Теслайк получил 5-й уровень. И нужно ему сейчас как-то на Зевса все-таки загнобить получше. Зевс идет даже пешком, не тратит он ТПшку, дает время пофармить бизнесу, ну как пофармить, получить опыт, выходит на Войда здесь, нет, ничего не напрягает. И нужно саппортом команды Белочек что-то начинать более агрессивно действовать. Руну заберет Сквизи снизу и Квапа заберет сверху. Вот сейчас очень хороший контроль рун показывает команда, снова Теслайк пропускает крипа. Медведь не успеет, естественно. Есть сапог, нужно его принести. Курица летит на всех парах. И мы смотрим то, что воин здесь немного подпросел. Есть у него уже 4-й уровень. Лондруид немножко отстает. Сейчас он будет набирать обороты в лесу. Бизнес пока не знает, где себя найти. И проблемы у женщины. Что за мансы такие? Все-таки размансовал, посмотрите-ка. До последнего. И почти убил даже. Ну, ставится хилинг-вард, и сейчас все выхилятся. Приходит сюда Шурик, идет агрессия какая-то на Сашу Красиво. Нет, у него крутилки, это First Blood. Отличная перетяжка от Шурика, молодец. Молодец. Ну и Теслайк, посмотрите, как держит на расстоянии Зевса. Есть у него уже 6-й уровень. Умирает еще и Винга. Воу-воу-воу. Женщина, не танцую. Что вы делаете? Так, прилетает вард, стики. Саша Красив возвращается. Но спектра все это время на фрифарме. Есть уже урна. И давайте взглянем на нетворсы. Да, спектра в топе находится. Нельзя такого допускать. А если спектра быстро разгонится, нападает на Мора. Глимс, отлично. Это должен быть минус на Море. Добивать Сквизи нужно. Прикатывается бизнес, отталкивает Теслайка. Теслайк юзает Фейри Файры, но умирает. Умирает. Это размен один в один. Потянулись саппорты. Но все-таки, я думаю, в плюс-то вышел наоборот Теслайк. Ну, по голде, конечно, больше, но там смерть была. Все-таки мид. Персонаж Квапа получила больше опыта. Зевс до сих пор еще не имеет 6-го уровня, в то время как у Квапы будет сейчас 7-й уже. Спектра еще не было 6-го, мог и он помочь. Но здесь, кстати, посмотрите, забирают Сашу красиво. Отлично, вводит вместе с Шуриком на верхней линии. Кор-герой команды слишком поздно умирает второй раз. И это такой звоночек. Как же плохо это слайд все с крипами обстоит дела. Действительно, наверное, все-таки подустал. Ну, и руны. Хороший контроль рун — это залог успеха. 2700 уже нетворс у спектры. Возвращается медведь на нижнюю линию с 5-м уровнем. И теперь стать ему попроще. Ну, Сквизи подтягивается, тоже почти 5-й. Сейчас получит. И можно попробовать что-то с Мишкой это сделать. Так, Теслайк ультует. Сейчас будет ульт от спектры. Да, забирают Мора прямо под вышкой. Теслайк, главное, нужно отойти, отпиться. И можно еще даже попробовать что-то с Вингой. 7 секунд ДКД. Нет, не уходит. Шурик приходит сюда 5-го уровня. Есть у него уже мана бутсы. 7-й уровень у Войда с хардлайна.
Очень плохо здесь Саши Красио. И Сквизи есть шанс получить 6 уровень, так как Спектра перетянулась на мид. Сейчас будет возвращаться обратно на линию. Саша Красив здесь в роли вообще догоняющего такого. Очень аккуратно ему приходится стоять. Воет ему не дает спокойной жизнь. Ну, жалко то, что умирает постоянно Queen of Pain. Слайк сейчас ждет, куда выйти. Ну, все-таки приходит на мидлейн. Подхилить должен из Шурика. Нет, не делает он этого. И, ну что ж, Войда 20 секунд до купола. Можно будет пробовать еще раз забирать Войда. Вот перетягивается как раз Шурик. Есть ДД. Оставляет квапа ДДшку, я так понимаю, Шурику. Сама заберет... Так, Медведь умирает, кстати. Вместе со Сквизи, который уже 6 уровня. Да, пропустил я этот момент, извиняюсь. Можно было по ней, как бы, предугадать, что какие-то активные действия будут именно в том месте. А теперь, я думаю, активные действия будут здесь, потому что Void будет ставить купол. Да, ставится купол. Шурик с ДД будет накидывать сейчас. Ну, слушайте, тут Void может умереть. Зевс ультует. Да, Void умирает. Шурик тоже может отдастся. Есть у него еще Fairy Fire. Как-то пытается засейвить себя. У Винги, кстати, нету ман. Нет, есть стики. Будет на стан, свап. Да, Шурик отсюда не уходит. Ну, дерется до последнего. Почти даже еще смог справиться с Вингой, но нет. Что ж, забрали Джиггернаута. Еще отхилился, как хорошо. Забрали Джиггернаута. В принципе, неплохой размен. Джиггернаут, посмотрите, Саша Красив опять в этой игре очень плохо все с фармом. Не дают ему жизни, в то время как припарка на спектре выносит фейзы себе. Есть урна и Пурманшилд. Ну, что будет дальше собирать этот молодой человек, мы сейчас увидим. Это только 10-я минута игры. Так, здесь агрессирует очень женщина. Приходит Шурик, будет выкастовывать нечистую силу. Юзает ульт сразу же спектра. Нечистая сила переходит в форму другого медведя. Ну, Войд слишком далеко танкует. 2 ТП уже здесь. Есть также мой бизнес. Не уходит отсюда женщина, наверное. Я так понимаю, ультует еще Саша Красив. Вот, зарабатывает себе фраг. Женщина пытается мансовать, но медведь с топориком. Извините меня, ты отсюда не уходишь, да. Так, еще и спектра сюда пришла, но... Нужно уходить. Нужно уходить отсюда, фармить низ. А тем временем в миде Теслайк вместе со Сквизи пытаются спушить тауэр. Вот сейчас два вот этих фрага. Вы видели, что много ТП. Возвращает графики просто в ноль. Сейчас они спустятся. Да, спектра уходит на низ. И появляется Мидас. Мидас у Мишки. Да. Винга приходит в миди, Теслайк быстро блинкается отсюда. И идут за руны. Ну, в топе пока по нетворсу находится Спектра и Теслайк. Рядом уже мы можем наблюдать того самого Силабира. Ну, с Мидасом он быстро может догнать на самом деле своих соперников. И потянулся Саша Красин на 4-ю позицию по нетворсу. В принципе, ситуация выравнивается. Выравнивается, да, графики на 1000 голды преимущества, опыта в ноль. Опыта в ноль. Все очень ровно. Счет 7-4. Саша Красив уходит в лес, в то время как Калаксау продолжает фармить свою линию. Перетягивается много персонажей на нижнюю линию. Можно попробовать забрать бизнеса, если заметят. А они его видят, потому что вард стоит. И подтягивается сюда еще Теслайк. Возвращает, глимсует моего бизнеса, тратит ульту. Приходит Теслайк. Бизнес дерется до конца, ультует. Много дэмэджа вносит, все под салом. Еще и камни раздамаживают. Но этого не хватит. Зевс, в принципе, имеет ультимейт, но... ничего не сможет сделать. Так, ну, по-прежнему. Сейчас поделили нетворсы топовые. Два персонажа до сих пор находятся у белочек. А следом идут
естественно, персонажи команды слишком поздно. И медведь потихонечку начинает разминать вышечку. Слайк не ультил в прошлом замесе на эрспирита. Девятый уровень имеется. Винга очень хочет слаб. Восьмой уровень у винги. Посмотрите, как много имеет винга. Это саппорт. Давайте взглянем на саппортов команды белочек. Седьмой уровень только получает Шурик. У Сквизи тоже седьмой. То есть винга, можно наблюдать, что намного лучше себя ощущает. Перетягивает сквапа в инвизи. На нечистую силу будет какой-то выход. Есть купол у Войда. И можно попробовать. Попробовать как-то убить. Ну, очень жирный, конечно, мишка. У него 10 брони. Будет ставиться ли купол. Дислайк уже вышел из инвиза. Ставится купол. Будет прогонять медведь сейчас с противников. Но Тислайк будет забирать нечистую силу. Приходит сюда Зевс. Тислайк может опять отсюда не уйти. Да, вряд ли он сюда уйдет. За эту ульт Саша красив. И женщина не танцует. Но не боится, да. Он, конечно, может себе позволить немного потанковать. Но не столько же много. Спектра очень поздний. Ультимейт приходит. Должен забирать Мора. Сашу красиво не получится сделать. Даблкил, кстати, от спектры. Но приходит мой бизнес. И спектра отсюда уже не уходит. Пытаясь. Слушай, подходит Шурик. Еще есть какой-то шанс сейва. Добивает бизнеса в ответочку. Неужели... Нет, дэмэджа очень много было. Поэтому спектра не выживает. Но Красив остается один. Шурик, не слишком ли ты переоцениваешь свои возможности? Пытается он забрать, но нет. Нахилил он Сашу Красива больше, чем надемажил в итоге. И умирает. Зря он подарил этот фраг, конечно. Очень долгий замес. Мы видим, 4 в 4 разменялись ребята. Не было дизрапторов. Все это время в замесе с фаб, стан на сквизи и соло пытается забрать винга сквизи. Нужно делать ТП, какой-то глимс. Мне кажется, не уйдет. Да, медведь сюда также подошел, достается фраг винге. Отмечаем, что очень хорошо себя ощущает этот молодой человек. Скоро будет 9 уровень уже. Это очень много, потому что тут квапа только 11 взяла, к примеру, да, и 9 уровня Зевс. Мид-персонаж имеет такой же уровень, как саппорт в своей команде, правда. Давайте взглянем на общие графики. Нетворс голда полностью в нуле. Опыт чуть-чуть перехватили в 1000. Команда слишком поздно. Здесь могут сейчас встретиться Тислайк и бизнес. Видят они его. И Тислайк предпочитает отойти. Выходит в огонь. Фаст огонь у нас квапа. Нижний тавр отдают команде слишком поздно. Вот это нечистая, ох уж это нечистая сила. Мы видим то, что Джиггернаут-то уже на первом месте. Мы помним, что он был где-то на 6-м месте по нетворсу. Как же эти фраги, которые вот последним замесе подняли его прям на вершину фарма. Спектранс, кстати, имеет барабан и несет себе ТП-шку. Нет, это Блэйдсов Алакрити. Так, выходит, подтягивается здесь на Войда какой-то. Здесь три персонажа противника находятся, но они находятся на вражеском тауре, к тому же есть Зевс. Юзает ульт Спектра, будет пытаться нечистую силу. Вместе со Сквизи снова забирает, ставится ультимейт. Пора укает корни, но нечистая сила отсюда не уходит. И дальше команда тоже не пошла. Отличный фраг для Спектры. А, вместе с... Ну, дизраптор все-таки сделает фраг, но спектра поучаствовал в замесе. Идут сигналы. Не слишком ли вы агрессируете, ребята? Вас здесь могут встретить. У Джиггернаута есть ульт. Он 12 уровень. Можете вы забрать быстро, конечно, спектру. Также бизнес здесь рядом. Вот лучше бы бизнеса забрать. Прыгает квапа. И Шурик отсюда явно не уходит. Плохая, плохая позиционка. Слушайте, а здесь спектра в Солянова забирает у нас Зевса, но 2 секунды до даггера, и нужно в обратную сторону уходить. Ну, а хотя нет, все правильно. У Саши Красива это был уль. Если бы пошла спектра в обратную сторону, то она бы явно не ушла. Ну вот уже медведь здесь. Есть еще 5 секунд до даггера, 4. Ну тут подтягивается винга, будет стан. Хватит ли здоровья, чтобы перебежать? Нет, и прокают корни. Если бы не эти корни, то мог выжить. Хотя еще был свап. И винга уже с рецептом на линзу.
Жалко, жалко, что спектра умирает. Много она дает. И мы видим, что графики туда-сюда, в районе нуля. Нулевой отметки постоянно бегают. Кстати, есть дагер у женщины, не танцую. Вот этот еще персонаж очень важен в игре. То есть 11 уровень с харды. Это очень хорошо. Ну, медведь тоже 11. Он в лесу вынес свое. Не надо забывать то, что Саша Красив не ультовал. До сих пор есть у него 13 уровень. Очень хорошо. Несмотря на то, что в начале очень сильно терпел. Подтягивается, подтягивается по фарму. А вот Мор еще до сих пор 11 не имеет. Единственное, что плохо, это у мидера. Дела обстоят. Теслайку остается не так много до Аганима. И мы видим то, что уже Яша есть у спектры. Не выходят ребята, что одна, что вторая команда. Мы видим то, что за спектру в быстрый радик. Так, сейчас вся команда может пострять. Белочек ставится купол только на одного. Альтов 4. Сюда же Зевс выдает весь проказ. Ультует сквизи, ультует спектра. Красив ультанул много по иллюзиям. Забирает быстро Зевса. Оракл, мне кажется, умрет. Не успеет Чурик отхилиться, потому что по нему... А нет, отлично. Много, много выхилился. Здесь все хорошо. В принципе, для Белочек нужно дальше драться. Сквизи догоняет его Саша. Красив вешается урон. И не уходит он здесь. Еще одну тычку успеет дать Джиггернаут. Ну, саппорта как бы на мидера, ребят. Такое вот. И Теслайк остается на линии. Пушит, спокойно уходит все остальные. Неплохой замес. Мы видим, что уйма демонджа от спектры уже заходит. Убили только по одному персонажу. И в плюсе все-таки находится команда Белочек. Но будут терять, наверное, Т1 вышку. В спектре нет ульты, она не поможет. Нет у меня телепорта. Но отходит команда. Отходит слишком поздно. Мы видим то, что спектра возвращает позицию топ-нетворс на карте к себе. Ставится пауза от Оракла. И мы ждем какой-то информации. Одну минуту просит Шурик. Ну, ничего страшного, одна минута позволительная, давайте сами передохнем. Счет 15-14 в решающей карте. Очень интересное, напряженное противостояние. Мы видим то, что графики постоянно где-то в районе нулевой отметки по голде и по опыту находятся. Достойное противостояние мы наблюдаем сейчас. Ну, на кого можно было бы сделать ставку? Все-таки, наверное, герои у команды Белочек, это будет поинтереснее. Гол пишет. Действительно, минутку. Даже меньше. Хотя есть медведь. Медведь, который продолжает фармить. Который скоро уже вынесет себе сакрет. Если спектра хочет тоже сейчас выйти в рейдианс какой-то, то она немного будет отставать. Да, потому что сакрет уже есть. Так. Войд в инвизе. До купола еще 35 секунд. Вряд ли что-то получится сделать. Можно просто подчалить опыта у Саши Красива. Нужно, чтобы подтянулись все остальные персонажи, конечно. Сквизи может поставить ультимейт. У Шурика нету маны. Есть БФ-ка, поэтому Саша Красив не теряет времени. Фармит весь лес. Получает опыт. Женщина не танцует. А вот, кстати... Альт F4, там можно попробовать напасть. Ставится сразу же ультимейт, кольцо. Юзается ульта спектри, это изи фраг. Можно спектре было не лететь, в принципе. Мог на бизнеса напасть, например. И вместе с квапой, да, почему не вернулся сюда при парке? Это был еще один фраг. Успевал даже после фрага он вернуться на копию. Да, немножко не доиграл. В принципе, видно было всех персонажей. Нечистая сила была далеко. Саша Красив тоже... Там успевал только так подбежать. Это был еще один фраг. И смотрим на итоги боя. По опыту очень хорошо получает, потому что у Вингип, посмотрите, 11 уровень. Саппорты Белочек. Но сейчас Сквизи подтянется. Нужно еще ему одного крипочка где-то хотя бы постоять, взять 11 уровень. Зевс все-таки с линзой. Тоже. Он имеет 11 уровень, но все это время нечистая сила фармит, и сейчас уже будет Радианс у него. А вот и смог.
Давно мы не видели смоков ни от той, ни от другой команды. Вот сейчас может быть стычка. Сквизи получил 11 уровень. Есть еще 20 секунд до ультимейта. Бизнес тут куда-то закатывался, непонятно. И слушайте, ну Войда нет с вами. У Спектры еще ульт в КД. Очень быстро забирает Спектру. Пытается выкастовать здесь Квапа. Хорошая реализация смока. Минус 3. И Сквизи может отсюда тоже не уйти. Но делает он ТП аут. И получается уйти. Войд очень поздно делает ТП. Ну, там слишком быстро забирались герои Фрэнс Белочек. И сразу же перетяжка на Рошана. Есть хилинг-вард. Вместе с Вингой это произойдет очень быстро. Чекают варды. Вардов, собственно говоря, и нет. Вот вам и смог. Не были готовы к такому выходу, и это пошатнет сейчас экономику белочек, потому что мы видим, что графики снова приходят по голде еще за счет Рошана. Сейчас очень, да, вот мы видим, уже в 1500 упали по голде, и по опыту в 5000. Как бы этот мув стал нерешающим в этом противостоянии. А Спектра тем временем имеет Манта Стайл. Манта Стайл. У Силабира появился уже Радианс. Не юзает он почему-то Мидас. Забыл. Прожать. И, возможно, стоит какой-то попробовать ответный смог вместе с Войдом-то. Войд, кстати, фармил все это время. Есть у него 13 уровень, есть Владимир. Дагер, ну, посмотрим, как это все будет реализовываться, что будет дальше собирать у нас припарка, тоже очень важно. Шурик 9 уровня, выходит он в меку, дабл дэмэдж показывает, женщина забирает ее, и неужели будет опять смог? Да, есть смог. У Винги, но пока не спешат его заюзать, потому что верхняя линия пушится. Проще перетянуться в мид. До сих пор мидас не заюзан, мишки, заметьте. Есть Аегис, поэтому мид-тауэр дефать нет смысла. Шурик разряжает Фортуну Энс. И Теслайк. Теслайк имеет, кстати, аганим уже давно, в принципе. И собирает он, видимо, БКБшечку. Ну, мид-тауэр будет падать. Либо будет битва. Находится здесь рядом Войд. Спектра занимается тем, чем должна. Сплитит. И Войду бы сейчас было бы неплохо сюда ворваться. Но отдают вышку. Не стали драться. Тут же крипы палят просто Войда. Шурик подвелся. Неужели пойдут дальше? Готовы драться? Ой, Шурика свапают, начинается драка. Мек он успевает заюзать, ультует Квапа всего лишь по двоим. Очень плохой ульт. Купол отличный, зато ультует Спектра. Нужно быстро забрать Вингу. Вингу забирают, но Шурик уже умер. Так, здесь идет уже магнетизм этот. И все, ультует Саша Красив. Спектра кое-как пытается уйти. Возвращают Красива. И нужно отойти просто команде. Да. Команде белочек. Пока разменялись один в один. А Егис также остался. Все ульты потрачены у одной и у другой команды. Но тавр-то падает. Вышка падает. И это плюс для команды. Слишком поздно возвращается медведь фармить. Заюзали он мидас. Да, мидас все-таки заюзал. Очень уже сильно пробивает мишка. Возможно, стоит какой-то смог заюзать, потому что у Квапы ульт уже откадешился. Сквизи там имеет уже линзу. Ну, то есть глимс. Вот надо больше ходить гангать. У ребят есть такие отличные персонажи. Я не знаю. Ну, пока реализацию они не делают. Зажались почему-то на базе. Белочки. Хотя вот мне больше нравится пик у них как раз именно на ганг. Вот юзается смог. Возможно, не видели и не чувствовали это, но если выходить на Джиггернаута, да, говорить об этом, то у него Аегис еще будет минуту-полторы где-то.
Если вы хотите в мид, то можно попробовать бизнеса забрать как-то, но подтянется вся команда и без потерь не обойтись. К тому же есть глиммер уже у Винги, а Вижена по Вижену, по Вижену. Мы видим то, что Вижена-то и нет. Глиммер очень вовремя. А варды стоят очень хорошие. Команды слишком поздно. Чуть-чуть не попадают на Вижен, краешком пробегают и идут в лес. Ну, говорю, могут найти Джиггернаута, но у него есть еще Аегис. Скорее всего, так и будет, но если они начнут его бить, видят Вайда, нападают, стараются на Вайда, Вайду нужно отпрыгнуть. Да, так, ну, в это время убивает Сашу красиво, потратил ультимейт уже, это слайк, нужно отходить отсюда, потому что может все закончиться очень плохо. Что делают ребята из Friends Белочек? Они сейчас все умрут здесь. Потому что к ВП нужно уходить отсюда. Ее свапают, ультует Зевс, забирают Теслайкой. Ну ничего не поделать. Забирают и еще и Шурика. Сквизи уходит на ТП. Припарка даже не стал ультовать. Но все правильно. Там был Аегис, ребят. Все было, все читаемо. Команда рядом. Вы находитесь на территории врага. Купол даже не потрачен остался. И снова теряют башни, теряют деньги. И сейчас графики все ниже и ниже падают. Больше 5000 уже преимущество по голде и по опыту. Имеет команда слишком поздно и наращивают они свое преимущество. Падают очень быстро. Тауэр могут пойти даже еще дальше с Мишкой. Припарка пытается что-то выфармить. Плохо у него сейчас по нетворсу все стало. Естественно, так, а что здесь Шурик забыл? Его свапают, ставится купол, неплохой, в принципе, но нечем подлежать, убивает уже Шурика. Ультует, наконец-таки, припарка, неплохой дислайк, ставится магнетизм. Ну, я думаю, смотрите, вообще, стоит в хилинг вард, и абсолютно пофигу команде, слишком поздно, они будут сейчас ломать сторону, потому что все потрачено. И все целые. Теслайк просто умирает. Вот так вот. Да. Вот так вот. Ставит ультимейт Сквизи. Дэмэджа мы видим, то что никакого это не наносит. Просто падает одна сторона. И можно даже пойти в следующую. Все-таки не стоило отдавать медведя. Я еще говорил, это на стадии пиков. Так, глимсует нечистую силу, но что смогут сделать с ней? Здесь уже свап от Alt F4, Шурик за 2-3 удара отлетает в таверну снова. Пытается как-то замедлить здесь Тесла, Калаксау, ну хотя бы медведя забрать. Никто не получает денег за это. Мор будет сейчас ТП-аут делать, но Сквизи все-таки. Ой, как же все плохо, ну... Зевс очень много дэмэджа. Зевс подтянулся по фарму и в ответку просто за проказ может забрать любого саппорта. Все плохо для белочек. Мне страшно открывать графики. Они просто, начиная с 21 минуты, они резко пали вниз. По опыту еще больше, да, наверное. Ну, примерно так. 14 тысяч по голде мы видим и 10 тысяч по опыту. Команды слишком поздно стали вести. И, ну, у спектры сейчас появится диффуза. Буду ждать просто Рошана. Забирать Рошана, идти дальше, пушить еще один такой замес. И пойдет трон просто на все. Саша Красив очень интересный там билд, он собрал Саншьяш и изолятор уже. И у нечистой силы скоро будет, я так понимаю, уже, да, рецепт уже есть на Керасу. Ждут Рошана, но не скоро он там появится. Пытается пока Калаксау отпушить линию свою верхнюю. Так, диффуза уже есть, на байбек, естественно, денег не остается. Сквизи пытается тоже какой-то лес выфармить, до конца будет бизнес здесь караулить Рошана. Шурик, посмотрите, у Инвизи просто находит бизнеса. Можно попробовать забрать вместе со спектрой.
Вместе со спектрой можно забрать за ульт. Так, а здесь дислайк развлекается. Мне кажется, он здесь залип. Действительно. Ну и бизнеса не забирают даже. Что ж ты, Шурик-то, ушел, спрашивается. Тут еще на развороте бизнес. Но нет, все-таки умирает. Квапу разменяли на... Спирита гонится дальше. Саша красит, но ультимейта нет. Вряд ли у него получится что-то сделать. И Галаксау нужно сейчас пушить верхнюю линию, чтобы как-то выиграть еще время. Потому что Рошан вот-вот уже появится. 4 диффуза было потрачено уже. Есть два заряда урны. Не знаю, почему он уходит. Не видит соперника. Страшно, страшно передвигаться. Нечистая сила, я так понимаю, уже купил себе кирасу. Нет, еще пока... А, вот летит, да, сейчас в магазин кура и покупается кирасу. Войд. Нафармился-таки Аганим. Тратит все деньги. Команда Трэнс Белочек не оставляет на байбеки. Рискуют очень сильно, юзает смог. Рошан сейчас появится. ДДшка, кстати. Кстати, ДДшечку бы спектре хотя бы взять. Перетягивается команда слишком поздно на низ. Ну, нечем контрить Джиггернаута. Просто, если не поставив ультимейт. Угу. Очень интересная позиция. Сейчас появится Рошан. И что будут делать ребята? Шурик очень стоит опасно. Видит его. А, нет, ну не видит. Сейчас может пнуть. Камень. Так. Ну, ДДшечка уже половина прошла. Здесь подтягивается команда. Слишком поздно. Начинают они бить Рошана. Куда уехал бизнес? Быстро-быстро Рошан падает. Слишком быстро. С Дизолем, конечно. Не стали драться. Хотя было ДД. Единственный шанс, наверное, было подраться на этом Рошане. И он был упущен. Потому что площадь, в принципе, узкая. И мог попытаться как-то Калакса упрыгнуть. Поставить купол. Выдать прокаст тест-лайк. Туда же ультанула бы Спектра с Квизи. И могли подраться. А теперь, я не знаю. Теперь все грамотно займут позицию. Ребята из... Слишком поздно. Плюс есть Аегис и Иглсонг уже. Ну, очень много итемов. Очень много итемов мы видим. Графики 15 тысяч голды и 14 тысяч по опыту. Все как бы плачевно. Идет 34-я минута. Не успеет в ответ забрать. Они, наверное, Т2. Есть еще глиф. И нужно потому что возвращаться. Главное, чтобы спектра не была коцанная. Нужно подхилить себя урной. Так, и дать последний бой. По-моему, он будет последний. Свап сразу же дислайка. Успевает блинкануться. Так, ну вот надо забирать вингу. Забирать нечистую силу. Ставится купол. В принципе, неплохой ультует спектра. Умирает очень быстро. Дислайк. Есть у него байбек. Нечистая сила все еще живет. Но у него нету, кстати, Аегиса. Трипл килл уже от Саши Красива. Ультра килл. И, возможно, это будет рампейдж. Нет, не получится. Минус 3. Ну, это, походу, ГГ. Никого не забрали взамен, да, пишет Теслайк ГГ. Что ж, ребят, вот такая интересная у нас была драка. Зевс ультует, что-то пытается забрать спектру. Мы видим то, что по графикам шаткое было положение, по голде, по опыту. Даже какое-то время вели команда Белочек. Но они все-таки проигрывают эту игру. Очень интересный матч. Мы очень интересную серию наблюдали. Первую игру выиграли Фрэнс Белочек, напоминаю. И потом команда слишком поздно собрались и дали ответ. Отдали бой и выигрывают в гранд-финале. Поздравляем мы их. Они становятся обладателями 5000 рублей. 3000 рублей достаются команде Friends Белочек. На третьей позиции у нас расположились ребята из Siberian Style. 2000 рублей их призовой фонд. Спасибо компании Gigabyte за поддержку этого турнира. Напоминаем, что это первая серия. Скоро, ну не сегодня, а завтра откроется, наверное, регистрация на следующий этап. Поэтому не пропустите регистрацию. Ну а мы с вами прощаемся. Для вас комментировал Александр Корешков. Этот финал. И до новых встреч. Небольшая рекламная пауза еще.
Рекламка. Не расходитесь, ребят, обязательно. We'll be right back.